Так. Опа. Так. Так, 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 так. Сырок глазированный со вкусом малины. Что за фирма? А фирма у нас торговая марка Преображенский. Открываем. Чуть тянуть. Достаем. Внутри у нас сырок в пакетике, но это естественно. Вкус детства, ежик нарисован. Да, странное детство было. Не знаю почему. Но если вкус детства, можно было оформить более по-детскому. Упаковочку. А тут какие-то полоски непонятные. Оформление странное. Я имею в виду здесь, по краям. Зачем эти полоски? На мой взгляд, что-то канцелярское в оформлении есть. Не знаю. На мой непритязательный взгляд. Да что такое, этот сырок еще и не съешь. Где он? Вот он. Хм. Такая консистенция есть более, не то чтобы мягкая, а пожиже. А здесь потверже. У самого творожка. Ну, нормально. Есть можно. Вкусно. С кофе самое то. Так. Станция молочная. Сырок творожный с ванилью в молочной шоколадной глазури. Изготовитель Москва. Улица Плеханова. Адрес производства Чувашская Республика. Чувашия. Стоил в районе 20 рублей. Я не знаю, по крайней мере написано было, что без заменителя молочного жира. Состав. Творожная часть, сахар, масло сливочное, экстракт ванили, глазурь молочная, шоколадная. Ну, по списку. Масса нетто 40 грамм. По уму сырок, помимо одной упаковки верхней, должен еще внутри быть запакован и в мягкую упаковку для правильной герметизации, для сохранения. Чего для сохранения? Не знаю чего. В общем, чтобы микробы лишние не прошли на него. На липкий такой засранец. Прошу прощения. Так, в общем, где он? Нормалек. Поначалу как будто по ощущениям мороженое сливочное. Наверное, из-за шоколадной поверхности. Ну ничего, так нормально. Мягонький. Ладненько. Пока.